В Луцке задержан руководитель структурного подразделения Облпотребсоюза. От частного предпринимателя требовал 30 тысяч долларов. Взамен обещал предоставить документы, которые помогли бы бизнесмену выиграть суд против областного союза потребительских обществ. Встречу чиновник назначил прямо в рабочем кабинете. Во время передачи денег его и задержали после того, как предприниматель принес 675 тысяч гривен, часть взятки. Деньги изъяли.